Более 4000 контрафактных товаров изъяли из продажи в Югре с начала года. Только в апреле в магазинах Ханты-Мансийска, Нижневартовская и Нягань сотрудники таможни и полиции обнаружили наушники, музыкальные колонки, чехлы для мобильных устройств, сумки известных фирм. Всего 2500 товаров. Все они продавались без соответствующих документов. Ущерб правообладателям составил более 8 миллионов рублей. Как отмечают таможенники, если такой ущерб можно подсчитать, то разочарование от неоправданных ожиданий покупателей оценить невозможно. К тому же использование контрафактных вещей может причинить вред здоровью.